Эвакуированные из сектора Газа граждане Молдовы должны прибыть в Кишинев сегодня вечером. Об этом заявили в правительстве. Здесь уточнили, что самолет прибыл в Каир и в Бухарест. Молдавские власти поблагодарили все стороны, участвующие в процессе вызволения людей из опасной зоны, в том числе международных партнеров. Эвакуированные граждане прибудут в нашу страну автобусом, предоставленным властями. В этом контексте глава кризисной ячейки, генеральный секретарь МИДЕА Михай Мыцу, отправился в Бухарест для подготовки миссии последующей репатриации в нашу страну. В этом процессе, отмечу, участвовало несколько стран, в том числе обсуждения велись с Израилем, с египетской стороной, коллегами из Румынии, Украины, а также с другими международными партнерами нашей страны по линии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Что касается граждан, находящихся далеко от пункта пропуска Рафах и отказавшихся от эвакуации по соображениям безопасности, с ними, по словам ВОДЭ, будет поддерживаться тесная связь. И когда ситуация позволит их эвакуацию, это незамедлительно будет сделано. Между тем, Кабмин опубликовал и видео, как эвакуированные граждане Молдовы едут домой. Буна сяра! Салам алейкум! Добрый вечер! О том, что 36 граждан Молдовы эвакуированы из сектора Газа, накануне сообщила президент Майя Санду. Ранее с запросом к молдавским властям обратились около полусотни человек из порядка 120, которые сейчас там находятся. 1 ноября стало известно, что власти Египта открыли контрольно-пропускной пункт Рафах, находящийся на границе Египта и сектора Газа, для прохода иностранных граждан, а также тяжело раненых.